Анголо-Заирская граница. Мне так это нужно знать, какая граница, вообще наплевать. Вообще наплевать. Какая у нас там связь уже с Куайд? Окей, куда нам? Погнали, молчунью. Здесь я, по-моему, тоже был. Так, они выполнили задание, да? Окей. Теперь мне нужен джип, которого у меня нет. Ну зашибись теперь. Надо попробовать найти джип. Кстати, да, награду надо забрать. Привет! Как дела? Вертолет. Обожаете. Это единственное, что она пометила, вертолет, серьезно? Детский Фултон? Уровень подозрения... Сколько?! О май гад. Нет, я пешком унесу. Приманка, понятно. А нигде нет дырки какой-нибудь в заборе? Ну не заходить же с главного входа, так ведь? Вот здесь, наверное. Окей. Ясно, понятно. А парень-то зрячий. Здесь этих кретинов двое. Сраный вертолет. Он в каске или нет? Окей.
Окей, я пошел внутрь. Не-не-не, музыку надо рубить. Фак, он мне... Я не могу сонар использовать, серьезно? А можно встать около стенки, нет? Как это работает вообще? Окей. Фак. Ну это приманка. Ух. Да ты издеваешься, серьезно? Нет, он не сюда идет. Сзади никто не подпирает, вроде нет. Окей. Этого пацана я утащил. Я слишком долго их буду, по-моему, возить отсюда. Доставка коробки. Если вы спрячетесь под коробкой в оранжевой точке доставки на аванпосте и будете сохранять неподвижность, вас перенесут на другую точку доставки. Чтобы вас доставили в определенную точку по вашему выбору, нужно предварительно раздобыть соответствующую накладную. Херасе, здесь сколько всего. Всего лишь увожу вас жив. Нет. О май гад, ты серьезно? Охереть. Можно сваливать. Вот это поворот! Вот это поворот! Как он меня заметил? Как просто? Я был уже вдалеке! Да охереть! Это жесть какая-то. Вот этого я сейчас не понял, ни хера себе. Target
Так, понятно, этот вертолета не стало. Охереть просто! Ну это жесть. Этот вертолет от меня отстанет, нет? Охереть просто, он не отстает. Он увидел меня из какой-то жопы за скалой, так еще и да, зашибись. Ты от меня отстанешь, нет? Слышь, отвали, ублюдок! Нет, все, это, короче говоря. Unreal. Или я спрятался от него. Не, я реально думал то, что он меня не заметит. Я под ним лежу, прям вот под ним. Он меня не видит. Когда я начинаю бежать где-то в километре, он находится за скалой, он меня заметил. Охереть! Это же жесть! Я честно не знаю, это поведение искусственного интеллекта, оно непредсказуемое. Вроде как думал, он улетел далеко, смотрю в другую сторону, нихера себе. Он вообще должен кругом был летать, меня жопа еще увидел, видимо. Хз, я вообще не знаю, как это было. Пацана-то нехило потрепало. А сейчас его спокойно унесли, ну ладно. Окей. Ладно, неважно. Я хз, что это было. Меня пацана унес. Какая-то жесть была. Хз, что это было. Вообще неважно. Окей, не важно. Хз. Тут, короче говоря, каждая миссия что-то новое. Что там по кассетам? Сначала внешнее задание. Уничтожение истребителя. Секретный заказ от западного государства. Летчик страны заказчика угнал секретный истребитель в Восточную Европу и заявил о намерении бежать в СССР. Ваша задача — проникнуть на аэродром, преодолеть охрану и уничтожить самолет. Объект хорошо охраняется, возможность отхода не гарантируется. О, погнали. 80%. Soldier unit we took out of that village and into our protection. Well, according to the kids you brought back here, all the escapees were especially close to Eli. There's reason to suspect he's behind all six escapes. We've already detained him. I'll be questioning him shortly. Wait. You'll be? Ocelot. You're incapable of taking an impartial stance with those kids. Question them all you want. It'll get you nowhere. Ocelot. You get too many kicks from your art of interrogation. It's not a matter of art.
It's about quick, minimal strokes of psychological warfare. That's what gets the answers. And it's the best way to keep both questioner and subject safe. The risks only increase the more an interrogation drags on. At that point, it causes as much pain to the inflictor as the inflicted. Like I said, too many kicks. What I'm trying to tell you is we need quick results. Otherwise, it'll be too little, too late. I know that. And besides, I know the subject. I won't go overboard with a kid. Forget it. You're not needed. Snake, we'll want to question the other kids too. Be sure to bring them all back. Окей. Погнали вот этого сбежавшего находить. Как находить? Так, это что у нас тут? ХЗ, в общем. Что это такое? Лучше сюда, наверное, присесть. Да, я думаю, этот набор мне... Мне не помешает. Я всегда думал то, что к концу миссии должны становиться более разнообразными и более захватывающими. Ну, Кодзима, видимо, другой подход к созданию игр. Ну ладно. Кодзима знает лучше, что нужно игрокам, чем игроки. Можно? Вот это, я бы очень хотел это скипнуть, честно, вот это вот. Нет, нельзя. Ну ладно. Там еще шавки поганые бегают, я бы их расстрелял сейчас нахер. Из минигана. Так, разведку давай. А, нельзя здесь разведку? Ну ладно, хорошо тогда. Занимаем позицию. О май гад! Я не могу здесь подняться. Are you serious? Нет, могу. Окей. Это не может быть тот особняк, из которого я вытаскивал... О май гад, серьезно. Это тот самый особняк, из которого я вытаскивал код Токера. Или нет? Нет, это он. According to the intel team, the escaped kids should be around here. Locate and secure them. Okay. Boss, if we develop a child-sized Fulton recovery device, you'll be able to extract those kids. Не, я так. Увезу на вертолете их. Clouds approaching. Fire at will. Я на прикрыла. Отвезу-ка я парня. Так, ну я думаю, что, раз я тут такой модный, зашел заднего прохода, то я пойду с заднего прохода.
Ой, привет! Я смотрю, ты надутый. Какие-то странные резиновые куклы у солдат Кодзимы. Ты его поздно заметил? Holy fucking shit! И посмотрите, сколько здесь их. Май гад, серьезно? Готов. Так, может, кто-нибудь из вас специалист? Нюп. Нет. Но я бы их всех нахер утащил. Капец, вы затрахали бежать. Реально ведь затрахали. Иду-ка я сле... О май гад. Подумал, что этого не оглушить, однако можно. Фак, я не знаю, кто здесь, и сонар не могу использовать. А, насрать, погнали. А можно уходить, да? Погнали. А куда я бегу вообще? Ну лучше уходить сюда. Ой, идите в жопу, парни. Мне уже так надоело этим заниматься, если честно. Что просто отпустите меня, если в Гималайи. Серьезно, если кто-то вот на вот этом моменте получает удовольствие от игры, я даже не знаю, что сказать этому человеку. Ну правда.
Я ожидал немножко другого, если честно. От игры. А не повсеместного однообразия. Представляете, если для кого-нибудь это будет первый Metal Gear Solid, который они поиграют? И они будут думать, что все игры у Кодзимы такие. А чё по миссиям? Ну, по аудиокассетам-то понятно. Snake, about the escaped children. Eli confessed. The way he tells it, they wanted to go back to the battlefield. Don't rob them of their freedom, he said. If you bring them all back, there will be consequences. Next to be asking for our surrender. Consequences? What consequences? No idea. That's all I have for now. You're too attached to those kids. Stop protecting Eli. Listen to yourself. Let me question him, and we'll get some real answers. Not necessary. I'll report as and when. Окей, что-нибудь есть по миссии, может быть? Побочные задания. Ладно, тут еще можно троих детей спасти. Еее, еще больше однообразного нечто! Серьезно? Really? Ну да, их же пятеро было. Я прямо сюда могу сесть. Вот прямо сюда. Серьезно, вот сюда. Хорошо, поехали. Хорошо, раз сюда, то сюда. Я приеду, прилечу на вертолете в зону, где проходит задание. И мне никто ничего не скажет. Такие, ок, вертолет золотой. Ладно, гоу. Мне нужно найти этих чертовых детей. Сто пятьдесят сраных побочных миссий, как минимум, есть в этой игре. Не, чтоб вместо, я не знаю, там 150, да? Придумать, ну, хотя бы 10 сюжетных нормальных. Не, мы выполним 150. Мы сделаем 150 побольше. А, на какое место? Ты кто? What the fuck? Здесь врагов нету. Ага, вижу его.
What the? Иди в жопу! Слышь, говно! Иди сюда! Наконец-то. Забирай медведа. Так, не сосал. Лазание по расщелинам. По вертикальной поверхности можно лазать, цепляясь пальцами за трещины. Это носит не только скалам, но и, к примеру, каменным стенам. Серьезно? Это можно делать, хераси? Таким образом, вы можете проникнуть на вражеский объект с нежной стороны. Окей! Почему я об этом узнаю ближе к концу игры? Лол. Знаешь что, пацан? Придется полетать. А как мне самому спуститься отсюда? Holy fucking shit! Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Лол. Ну ничего, пацан, полетали зато. What the fuck? Что это было сейчас? А мне далеко? О май гад, далеко. Так, чё там? Это было очень сложное задание, просто обосрался от его сложности. Ок, гол. Пацан, 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 пацан. Мы поразвлекаемся сейчас, подожди. Уходи из моего дома. Серьезно? Окей, бывает. Где вертолет? Где вертолет? Чё она упала? Не, вертолета не будет, нет? О, летит. Здесь это свой. Quiet. Привет, ты быстрый, капец, мог бы меня подождать просто. Эш.
А я? Ок. А я сосу это самое палку. Есть что-нибудь близко ко мне? Самый главный вопрос, где я? О май гад. Это слишком далеко. Ладно, я не знаю, я тут пока провтыкаю. Вон разработку там, разработаю что-нибудь. Есть что-нибудь по ракетометам? Киллер Би. Это, короче, надолго, надолго. А базу могу улучшить? Нюп. Не знаю, аудиокассету что ли послушать, пока он летит. As you know, weapons are strictly off-limits. We've got some rule-breakers. The weapons we found were handmade. Blades ground out of knives and forks, a couple of bow guns built out of scrap, and explosives made using detergents. And get this, the explosives were tightly packed with nails. The kids put the blame on, you guessed it, Eli. I guess that's what he meant by consequences. I questioned him about it, but this time he claimed they were put out on missions. Send us to the battlefield, he says. Miller, enough is enough. You've protected him too much already. It's my turn to question him. Protected? What Eli's doing is issuing a threat. Comply with my demands or I'll respond with force. But it'll be war at this rate. Forks and soap aren't gonna kill us, but some of them will end up dead. Is that what you want? Now, I hate to say it, but they want to be on the battlefield. It's time you gave up this fantasy. Eli, he said they'd rise up against us if we bring the last kid back. There, you see? Ignore his demands. Don't let him return to quarters. That attitude is contagious. We'd lose control over them for good. For the time being, we've confiscated those handmade weapons. We're bumping up security and the number of psychiatric counselors. As for Eli, he needs some very special care. You mean solitary? Well, we can't leave him in contact with the other kids. If you won't do it, I will. Boss, keep working on extracting those kids. Да-да, уже везу. Занимаюсь этим очень интересным делом. Привет, голая подмышка. Надо было назвать тебя подмышкой. С этого ракурса у нее одна титька больше другой. Правая. Побольше будет.